Тимошенко убеждает, что закон противоречит национальным интересам. Закон о продаже земли противоречит национальным интересам Украины и выгоден иностранным капиталам. Об этом заявила председатель партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде после заседания Аграрного комитета. То, что делается сейчас в Аграрном комитете, где по сути проводят фейковые заседания с фейковыми голосованиями и обсуждениями, это ширма и заставка для того, чтобы делиться. Все это проводится по поручению президента Украины. Поэтому ответственность за все этот шабаш, который устроен с распродажей украинской сельскохозяйственной земли, несет президент Украины, сказала Тимошенко. Политик добавила, что Аграрный комитет отклонил поправки Батьковщины, которые были направлены на защиту земли от иностранных монополистов и кредиторов. По ее словам, партия предлагала разрешить людям продавать свои земельные паи лишь государству или местным общинам, запретив иностранным банкам и кредитным учреждениям покупать землю и предоставлять приоритеты права на выкуп земли фермерам, которые на ней работают. Сегодня вместо депутатов «Слуги народа» вы можете видеть лоббистов и продажников, а вместе с председателем Аграрного комитета человека, который хочет присвоить себе землю, которая собиралась тогда, когда все были бесконтрольны и безнаказаны, сказала Тимошенко. Председатель партии призвала украинцев не прекращать борьбу за свою землю и не допускать принятия этого закона. Наша борьба за право жить на своей земле, за право оставить будущее для своих детей, сегодня актуальна как никогда. Поэтому сопротивление той политики, которая есть сегодня, обязано для каждого, кто готов.